Наука и туризм в одном месте. Природный парк площадью почти 300 гектаров появится в скором времени в Тюменской области. А точнее, на базе туристического центра «Южный» и «Рафаэловского питомника» в Исетском районе. Вот только интересно, чем будут завлекать гостей? Тем же вопросом задался наш корреспондент Николай Смирнов. Проект развития парка как дипломную работу представили и защитили студенты Тюменского архитектурного университета. По задумке авторов, он раскинется на площади 290 гектаров, включив в себя существующую туристическую базу и земли Рафаэловского питомника. Сам природный парк, естественно, его задачи научно-образовательные, самого парка. А уже комплекса, то есть вместе с аттракционами, туристическим комплексом, конечно, здесь и туристическое. Это комплекс. Большой и могучий комплекс. Размещению природного парка именно здесь способствует несколько факторов. Самый главный – уникальный ландшафт с холмами и глубокими сухими оврагами, естественной средой обитания диких зверей и растений, в том числе и занесенных в Красную книгу. Уже сейчас на базе в Южном подготовку к контактному зоопарку проходят десятки животных. Среди них как крупные – олени, кабаны, лоси, так и мелкие – козы, кролики и пони. Всех их можно погладить и покормить прямо с руки. Парк находится в нескольких километрах от трассы Тюмень-Курган, и это привлечет туристов. Что тоже выгодно отличает его от других подобных мест отдыха. Есть мелкие, знаете, вот есть там, ну, где-то, может быть, у одних лось, у других медведь. А так, чтобы это вот сама природа, вот она помогала, такой рельеф красивый, и воздух такой, и, в общем-то, разнообразие и растений, и животных, и, может быть, река здесь же, конечно, он необходим. Общая стоимость проекта оценивается в десятки миллионов долларов. Но работа планируется поэтапно, и инвестиционная привлекательность очень высока. Причем не только среди наших бизнесменов. Европа относится очень положительно к таким видам проектов, намного положительнее, чем там нефтяные инвестиции или что-то такое. Поэтому при наличии политической поддержки, то можно приглашать инвесторов, разговаривать о том, что какие-то там кризисные катаклизмы, они не коснутся этого проекта. Сейчас территория парка составляет 120 гектаров. Весной на аукцион будет выставлено еще 190, которые планируется присоединить к общей площади. И после этого начнется обустройство всего проекта. Николай Смирнов, Сергей Жернаков, Тюменское время.